На самом деле Настя – это моя любовница. Ну так а что поделаешь? Завтра я полюблю тебя снова. А для долбобов вообще ничего не кладут. В армию собрали. Эй, всем привет, с вами я, Андрей. Я решил себе восстановить свой режим, который у меня был еще до лета. Когда ты не спишь целый день, у тебя такое состояние, как будто тебя хорошенечко отпиздили. Недавно был День Святого Николая, и я вот только вот вернулся недавно домой. Что же лежит под моей подушкой? Потому что, как мы все знаем, что-то Святой Николай да кладет под подушку. Хорошим ребятам сладость, а плохим ребятам ремешок там и все остальное. Сейчас под этой заветной подушкой лежит то, о чем, может быть, я и мечтал. Так а что поделаешь? А для долбобов вообще ничего не кладут. Александр, а куда это мы попали? Я сейчас сам стою удивлённый, не понимаю. Это резиденция Деда Мороза. Поскольку к Деду Морозу очень и очень сильно большая очередь, а я хочу к нему попасть. Сейчас вы увидите моего Деда Мороза, которому я сяду на колено. Блядь, какой маленький сынок! О, яичко! О, чувак, яйцо! Дед я Мороз хочу послушает. Загадать тебе желание. В этом году я себя очень хорошо вел. Школьниц на кран не водил. В клубах не тусовался. Киспранки не снимал. Представил. Мой сын смотрел твои киспранки. Что деда обманываешь, а? Не будет тебе подписчиков и хайп. Я хочу загадать в этом новом году, чтобы у меня снова появились крутые киспранки, которые мы будем снимать. И чтобы лайки крутились и просмотры мутились. И чаечку от Деда Мороза. Оу-хоу-хоу, салон Рождества! Ну, посмотрим на твое поведение, сынок. Ой, какие вы гарнию! С Новым годом, блять. Чтобы вы понимали, сейчас мое настроение какое-то непонятное. Оно куда-то ушло не туда, потому что везде вот этот... И вообще ничего снимает. То есть я не могу выйти на улицу, вам ничего поснимать. Я не могу там где-то погулять, потому что везде снег. И что делать? Идти вовнутрь. А что это сейчас такое тут будет происходить? Да, короче, сейчас мы сделаем тебя за команду красных, а красные это вообще огонь. Привет, электроник. Что происходит? Я не знаю, куда я попал. Сейчас мы будем воевать. Это из-за школьниц, из-за киспранков. Да. Нас на войну забрали. Ведь это армия. Спокойно, родина моя, родина моя. Стоят пацаны в бушлатах, ветер холодный глотает горлом сухим. Чё ты тянешь там прапор? Понимаешь, меня свой же подстрелил. Итак, в общем, только что мы сходили в кино. В основном я везде проспал, не помню, что было. Короче, я проснулся, улыбнулся, и сейчас специально для вас я хочу задать таких пару каверзных вопросов одному такому персонажу. Поскольку киспранки, я думаю, весной или летом возобновить, это очень крутая рубрика. Когда уже мы начинали снимать киспранки, у вас уже были у двоих отношения? Да. 3 месяца. И то есть, какие у вас изначально были отношения? То, что один может целовать баб, а другая может целовать пацанов. И вас это изначально устраивало. Вот этот мне пацанчик доказывал то, что да чувак, это все нормально, не буду я ревновать, ничего не буду делать. А потом, когда мы начали снимать киспранки, у этих у двоих появилась к друг другу ревность. Одна ревновала одного к школьницам, а другой ревновал ее. Как только все начиналось, у тебя была идеальная девушка. Почему Настя постоянно со мной ходит? Почему мы постоянно с ней гуляем? На самом деле Настя это моя любовница. Ну так а что поделаешь? Андрей? И что ты хочешь сказать по этому поводу? Главное, чтобы никто не знал. Беспалевно? Слушай. Какие же пиздец.
Имели попис. Знаешь, это как бы баб поцеловал, с бабами потусовался, а потом пришел и с ней тоже там натусовался. Любимая, так сказать. Да, к любимой. Но у обеих есть пару грешков за спиной. Одна целовалась с пацанами, подходила, а второй целовал охеренных баб. Так исповедоваться не хотите? Они хайпанули, нам хорошо, мы вместе. А исповедоваться же ж надо. Типа надо целовать сейчас? Вкусно, козел. Завтра я полюблю тебя снова. У нас такая игра. Все бесконечно ново. В мире, где ты и я. Итак, ребята, в общем, если вам нравится рубрика «Кис Пранка», вы, точнее, нравилось и то, что я снимал, то, что происходило, напишите это, пожалуйста, в комментариях. И поставьте обязательно лайк, потому что от вас зависит, будет у меня это в дальнейшем или нет. Но да, «Кис Пранки» не будут однотипными, будет очень много интересных действительно идей. Будут не как «Кис Пранки», что-то, в общем, будет мега крутое. Я вам не могу сейчас сообщать об этом. Просто поддержите это лайком. Такая вот небольшая история. Готово? Ну такое, да. Давай вместе поехали. Я буду рядом, в твоей душе. Да ну, Андрей, зависит там. Второй пошел. Настя! Но я не сильно кричал. Я вообще тихо, я вообще даже ни слова, по-моему, не сказал. Нет. Тебе тоже? Ты очень тихо ехал. Даже звука не издал, тише всех спустился. Поэтому, понимаешь, все телочки и школьницы будут мои. Да. Наконец-то наступает самый главный момент, зачем я вообще пришел на эти все мероприятия. Так а что поделаешь? Саша, что тут такое происходит? Садятся бабочки на ноги. Ой, на руки, на пальцы. Она на руку села? Да. Настя! Бабочка на ручку села. Сейчас будет самый важный момент, который происходит в моей жизни. Ни один еще момент не был так не важен, как этот. Что сейчас будет? Сейчас будет тест нового мохито Bubble Gum. Вышло новое мохито, точнее оно было, Bubble Gum. И сейчас мы скажем, как оно на вкус. Это божественный напиток богов. Это божественный напиток богов. Ебать, он вкусный, чувак. Знаете, в детстве такие были жвачки за 10 копеек с наклейками. И вот я всегда их брал, копил наклейки, играл этими наклейками. Это вкус просто детства. Такое ощущение, как будто ты жуешь жвачку. Зубы свело. Холодно. Если хотите этого сладкого мальчика, то пишите. Пить желаю.